Мы подслушали, что иногда у олигархов документы понятийные они подписывают значками. Ну, там, Варданян – зайчик, например, Прохоров – Мишка. Я не знаю, правда или нет, не знаю. Мы подписываем меморандумы о взаимопонимании, ну, понятийные, прописываем роли, иногда на 3 года хватает, на 2, на 1. То есть это правила взаимоотношений, цели, ну, не юридические документы. Второе, мы оформляем юридические. У нас есть так называемые смарт-контракты, ну, такие личные договоренности, чтобы не забыть. Все разные способы.